Маленький Левушка Петров с удовольствием осваивает новенькую площадку. Он с бабушкой сюда теперь приходит каждый день. Поделиться впечатлениями он не смог. А вот жители этой части города довольны благоустройством, которого они очень долго ждали. Очень любим свой край, вот этот наш центральный. Ну что, очень хороший сделали ремонт. У нас здесь дорога, территория, все это устраивает. Все хорошо. Как дом стоит, 41-й год, ничего не происходило. Все было в плохом состоянии, дорога никакая, бордюров вообще практически не осталось. Первый этап комплексного благоустройства центральной улицы завершен. Построена детская площадка с мягким покрытием, площадка для воркаут, восстановлена спортивная универсальная площадка. Построены более 120 парковочных мест для автолюбителей. Убрали все гаражи, ракушки, озеленили территорию, поставили информационные стенды и, конечно же, уличное освещение. Сделали хорошо, образили все это самое, разметку сделали, сколько машин сейчас стоит. И вообще хорошо, спасибо. Но на этом благоустройство центральной улицы не заканчивается. Работы будут продолжены и у других домов. Здесь мы сделаем детскую площадку 10 на 15, бельевую площадку и парковочное пространство перед Гослесфондом, с тем, чтобы открыть и вид на Гослесфонд, соответственно, и самое главное убрать машины из грязи. Кроме всего прочего, вдоль улицы путем расширения проезжей части будут сделаны парковочные карманы для автомобилей. Все схемы и других благоустроительных работ уже разработаны, проходят сметные расчеты. Наша задача определиться с приоритетами на 2017 год по дворовым территориям, заложить эти средства в бюджет и, конечно же, выполнить конкурсные процедуры в 2016 году, чтобы на работы зайти как можно раньше, если позволят погодные условия, в апреле 2017 года. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.